600 грамм черники свежей лесной. Приветствую вас, друзья, на своем канале. Сегодня я готовлю пирог с черникой и безе. Очень вкусный и нежный пирог с прослойкой со свежей черники и безе. Приятного вам просмотра. Для теста нам потребуется мука 3 стакана, это примерно 480 грамм, может 500. 2 яйца, можно взять одно, если большое. 2 ложки сметаны, 125 миллилитров растительного масла, 90 грамм сахара, щепотка соли, разрыхлитель, 2 чайные ложки и немножко ванильного сахара. Высыпаем его сразу в сахар. Пачки, это грамм 10 ванильного сахара. Муку. Вливаем сюда масло растительное. 2 яйца. 2 ложки сметаны. Можете взять йогурт. 2 чайные ложки разрыхлителя. Щепотка соли. 90 грамм сахара. Замешиваем тесто. Все очень просто и быстро. У нас должно получиться эластичное тесто. Оно очень легко и быстро все замешивается. Без всяких напрягов. Я практически замесила все онлайн. Никаких обрезаний нету, только переставила камеру. Все, видите? Муки осталось 1,5 ложки. Смотрите, регулируйте муку, так как у каждого разные яйца. Форма 30 на 25 на 24, какая у вас есть. Я застелила пергаментной бумагой. Сейчас мы все тесто распределим по форме. Так, оно очень податливое, хорошее тесто. Бортики мы не делаем, просто делаем нижний слой. Ровненько делаем. Все, смотрите, распределила ровно и отставляю. Для прослойки безе нам потребуется 4 белка, сахар 0,5 стакана, можно больше, как вы хотите, и 1 ложка крахмала. 4 белка, щепотку соли. И начинаем взбивать потихоньку. Когда появилась пена, начинаем сыпать сахар. 2 или 3 приема. Вот видите, как белки взбились хорошо. Крахмал 1 столовую ложку. И перемешаем на небольшую скорость. Вот такая прослойка из безе. Видите? 600 грамм черники свежей лесной. Вот черника свежая лесная. Замечательно вкусная ягодка. Сахар 2 ложки и крахмал 1 ложка. Шиваем. Высыпаем на тесто нашу чернику. Распределяем. Я сделаю бортики еще повыше немножко. Безе не прилипло к форме. Все, теперь выкладываем безе сверху. Тоже распределяем равномерно по всему слою. Равномерно.
на 170 градусов. Примерно около часа будет выпекаться. Пирог получился очень нежный и вкусный. Готовьте, готовьте смело. А если вам понравилось мое видео, поставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик, и вы всегда будете знать, когда у меня вышли новые видео. А я желаю вам удачи, всего самого-самого хорошего. Мира, пусть ваши мечты сбываются. Пока-пока, скоро увидимся.